Привет, с вами новости Домисольки. И сегодня мы проведем наш выпуск в необычном месте. Сейчас мы находимся в гостином дворе на Московском урбанистическом форуме, где в четверг, 7 сентября, для всех участников форума состоялся показ спектакля театрального отделения Домисольки «Поэма о крыльях». Сцена была сложной и непривычной, но наши ребята справились, несмотря ни на что. Данная площадка, она абсолютно не приспособлена для таких камерных, драматических, тем более в нашем случае это драматический спектакль, да, вот для этого не приспособлена данная площадка. И это, наверное, самая большая сложность, с которой нам пришлось бороться. Зрители и участники форума были в восторге. Не зря же спектакль стал лауреатом Московского театрального фестиваля конкурса «Живая сцена». Слов нет, потрясающе. Девчонки, мальчишки, все молодцы. Этот спектакль, он про то, что надо верить в себя, про то, что надо стремиться и никогда не сдаваться в этой жизни. Благодарим всех создателей такого чудесного спектакля. Масса впечатлений. Вот с чего надо учить историю, вот как надо ее преподавать детям. У актеров были очень красочные эмоции. В некоторые моменты хотелось тоже взлететь или и парить под облаками. Хотелось побывать на сцене и вот просто сыграть такую же роль. Это хорошо, то есть как артист. Действие, которое происходило в нашем спектакле, случилось примерно 300 лет назад. И через 300 метров здесь находится Красная площадь, за стенами которой и находился этот мужичонка, который летал. Так что это место нас сегодня, наверное, вдохновляло больше, чем другие места. А сейчас мы предлагаем вам переместиться в другой концертный зал, где публика встретила выступление Домисолик не менее восторженно. Да, ты права. Если бы я хлопала так сильно, как зрители, я бы уже отбила себе все ладошки. Мы ведем репортаж из Государственного Кремлевского дворца. Не прошло и недели после концерта, посвященного Дню знаний, как мы снова выступаем на одной из наших самых любимых сцен. На этот раз мы вместе с Глебом Матвейчуком выступили на торжественном вечере чествования выдающихся москвичей «Молодости нашей нет конца». Вся священная сила. Ждем новых концертов в Кремле! Помимо спектакля, на этой неделе завершились прослушивания в наш самый детский в мире детский музыкальный театр. В этом году, пока ребята показывали все свое мастерство педагогам, мы организовали экскурсию по театру для родителей. Они смогли поближе познакомиться с нашими педагогами и лично увидеть кабинеты, в которых будут заниматься их дети. Первое впечатление, что очень красивый и новый зал у вас. Это отмечено, очень все чисто, комфортно, и видно, что все-таки детям здесь учиться будет очень здорово. Очень понравилась экскурсия и здание, и продуманность занятий. Очень красивое здание, прекрасные кабинеты, оборудование. Я хочу, чтобы ребенок здесь учился. Очень понравилась студия звукозаписи. Потрясающе, потому что очень профессионально она подготовлена. Главное, что я увидела, что это действительно центр творчества, развития детей в целом. Потому что столько много помещений, классов, мы пообщались с педагогами, я услышала поставленную хорошую речь. Я знала, что у вас все на очень высоком уровне. Все мои ожидания все подтвердились. Я понимаю, что в этом заслуга организаторов театра, потому что на самом деле только от них все зависит. Потому что много начинаний было, а вот именно у вас все это выросло и долго продолжается. Я надеюсь, что мы сможем присоединиться к вашей команде. Добро пожаловать! Вы оказались в месте, где живут творчество и любовь. Пусть ваш путь в Домисольке будет интересным, красочным и откроет вам двери к новым вершинам. И это все новости на сегодня. Желаем вам хорошего настроения. Увидимся через неделю.